Америке. У меня life is my life. Студент устал. Сейчас расскажет, почему. Она придумала, ну, допустим, там мускулистый парень в спортзале. В общем, кто-то выходил, она давала почитать карточку, а мы должны были по этой карточке угадать, кого человек показывает. Ну, как это игра детская называется? Кто-то показываешь, а кто-то беззвучно нужен. Угу. А почему это приятно было? Я не знаю, она сегодня так решила. Она сегодня, на удивление, была в очень хорошем настроении с самого утра. И впервые за время, как у нас классы есть, входя в кабинет, она придержала дверь. Обычно она заходит и проходит сама первая. Вот, когда открывает дверь, никому не придержит. А тут она дверь продержала. Потом порадовалась тому, что доска чистая. В общем, была на себе в прекрасном расположении. Радовалась дню и всем мелочам, да? Да, потом вот она начали в эту игру играть. В общем, всем, кто вышел показывать, чтобы угадали, она дала по 5 экстрапоинтов. А тем, кто просто участвовал типа в игре, ну, был в классе. Она тем по 3 дала. А ты кого показывала? Я никого не показывала. Почему? Стерла как зайчик. Надо было выйти зайчика показать. Но она же раздавала, ну, она, типа, кто желающие есть. Надо было пожелать. Поиграли в эту игру, потом... А что мы потом обсуждали? А, наверное, потом мы обсуждали вот... Как она же... Ну, грубо говоря, вот если женщина... бреется, если женщина наносит макияж, не является ли это давлением вот патриархата, что типа как бы не мужчины ли нас принуждают к этому. Ну, немножко это поболтали, и в общем как-то урок так закончился, и мы... женщина бреется в смысле? Если у нее борода с усами растет или что? Ноги в смысле, против подмышки. Но она хочет быть девочкой, наверное. Ну, так вот не является ли это давлением вот общество, патриархат, которое у нас все-таки в основном это... Подожди, но если женщина хочет хорошо выглядеть и не ходить с махером на ногах, то, мне кажется, на нее никто не дает, она сама этого хочет. Не, ну понятно, ну вот мы и разбирались, это все-таки давление или потому что нам так хочется, мы еще не определились, на нас давлеет или мы не хотим на снегу спать, как это. Давайте в комментариях обсудим этот момент. Так брить ноги или не брить? Ну, почему женщины бреют ноги, давайте обсудим. Мне кажется, потому что у них из-под капроновых чулков торчали сантиметровые волосы. Ну, в общем, это потом. Заливающиеся, задорно. Она же там... Короче, остается неделя до сдачи второй работы, а она меняет вопросы. Зачем? Зачем? Так я тебе больше скажу. В обед она объяснила, как делать их. По третьему вопросу там вообще каша какая-то непонятная. Она добавляет в то, что обычно еще седьмой пункт, где мы свое просто мнение должны расписать. А сейчас от нее приходит сообщение, что типа, ребята, я извиняюсь, обещаю, это последнее изменение. Я вообще изменила третий вопрос. Так что как-то... А сдавать с 7 до 12 часов ночи нужно опубликовать. Ну зато вот физрук он радует. Он просто вот, ну, нормальный пацан. Он в понедельник нам сказал, чтобы типа все приходили обязательно на урок, потому что мы сейчас начали проходить питание. А вот, и он говорит, я вам принесу, я сделаю тот коктейль, который я делаю себе по утрам. Говорит, я принесу вам всем попробовать, говорит, вам всем понравится. Вот. Он будет состоять из шпината, там он рассказывал, ну, в общем, будет вкусно. Смузи? Нет, не смузи. Он сказал, что это какая-то машина. Сереж, вот мне стало интересно. Короче, она продается в Костке, он говорит, иногда на нее бывают хорошие сэры, но я покупал, по-моему, он сказал, за 2500. Я должна у него уточнить. Давай я шпинат буду есть просто листиками. Я говорю, подождите, это типа как, ну, типа блендер. Смузи, шейки делают, блендер. Он говорит, ну, это типа одна из, ну, типа, это да, это можно сказать блендер, ну, типа... Говорит, ну ты вот понимаешь, ты туда прям все можешь забрасывать, грубо говоря, целиком апельсины, целиком там авокадо, оно все это в жидкость переделывает. Он не знает, яблоки, что уже придумали прямо, более дешевые блендеры. Яблоки прямо типа, ну, все яблоко вкинул,
внутренностями. Даже ну, так типа понятно. Огрызок вырезать не надо. Так подожди, Зайка, если в блендер кинуть яблоко, огрызок вырезать не надо. Оно перемелет его в хлам. Он именно название фирмы говорил, все, ну надо будет подойти, ну, попросить на листок написать. Мне на срок это слово. Даже машинка не будет вырезать из яблока огрызок? Я не знаю. Но просто... Он просто вот ее рекламировал, но он... Видно, ее купил, и теперь... И хочет, чтобы еще кто-нибудь купил, чтобы не так обидно было. Да, потом он рассказал о том, ну, мы там про питание болтали, делились там, блин, кто что ест. Тут, короче, оказалось, что в классе только я не фотографирую свою еду. Вот так. Вот так. Подтягивайся. Ну, я-то вспомнила, что ты фотографируешь. Не забывайте подписаться на наш Инстаграм. Ну реально, начали все, вот я вчера ел, я позавчера ел. Я такая сижу, думаю, такое ощущение, что я вообще не ел. Лет 17. Просто очень многие интересуются, ну, есть которые по-простому и по-доброму. То есть вот, как изменилось наше питание, спрашивают, когда мы переехали в Америку. Другие типа пишут, как вы едите то, что покупаете в Костке, это есть нельзя. Третьих интересует, что мы в принципе готовим из того, что покупаем, или какие-то у нас там блюда особенные есть. Поэтому вот в Инстаграме вы можете увидеть, что мы готовим из того, что покупаем. И что мы, в принципе, кушаем. Собственно, для этого и он и есть. Ну, мне так смешно просто стало, да? Когда учитель такой, а я вот вчера вот это ел. Я и такая, он фотографировался. Ну, я спросила, говорю, тренер, говорю, типа, я вижу, ты кушал не дома. Он говорит, да, говорит, я встречался, типа, отец принял. Ну, короче, отец сейчас по каким-то делам в Марина Дель Рей. И они, короче, там где-то в ресторане кушали. Ну, они там сфотографируют? Он еду сфотографировал. Все, молодец. Да. Так я и говорю, я когда увидел, что он этим занимается, да? Ну, я надеюсь, что он себя в зале так вот не фотографирует как-нибудь. Потому что если он такие фотки еще покажет, так все. Ну, а почему нет? Ну, не знаю, меня это как-то смешит. Ну, короче, потом там еще один мальчик показал, что он ел, потом еще спортсмен какой-то. В общем, спортсмены едят так себе, я скажу. Выглядит оно... Вообще такое фотографировать не стоит. Ну, у него какой-то кусок мяса и бобы, блин. Ну, хоть, ну как-то, чтобы оно красиво, скажем, на тарелке лежало, да. Ну, он просто, наверное, себя чувствует, чтобы не забыть, что поел или что. Ну, вот. У одного парня очень хорошо было на тарелочке, все так красиво разложено. Я спросила, говорю, ты сам увлекаешься? Он говорит, нет, меня мама кормит. А он фоткает. А, ну, экзамен, ну, я на вот то, что, вот я тебя перебью. Кстати, то, что я в свое время тоже фоткал еду, когда ты мне все красиво делаешь, оно пригодилось, оно нам пригодилось для того, чтобы найти первую работу. Это, то есть, вот сегодня сфотографировал, а завтра супергерой. Да, я сегодня против супергероя. Так что ты там сдала на Эйс Дару? На Эйс Дару экзамен. Ну, он такой интересный, я говорю, а назад дадите посмотреть экзамены, потому что он вообще до конца урока молчал, правда, экзамен. Он говорит, а кто хочет, тот может подойти и приватно у меня узнать. Он в своем телефоне показывал. Короче, он, в принципе, всех оценил, но и не глядя, наверное. Нет, один парень отходил, ну, мы с Сахарой стоим такие, говорим, а что ты получил? Он такой говорит, из 95 87. Я почему думаю, 100 вопросов было. Но он сказал, что у него из 95-87. То есть он до 100 не дошел просто? Я не знаю, до чего он дошел. Но мы говорим, классно. Он говорит, ну да, ну довольны уже. Все хорошо. Главное, что все довольны, потому что класс же про здоровье, чтобы все здоровы были сейчас. Но по child development она нас, конечно, болит. У меня уже спина затекла. Мне, блин, просто хочется, ну вот... уже покинуть помещение. В какой-то момент я себя споймала на мысли, что я думаю, уже закончился этот класс, потому что ну реально как-то это очень тяжело. У нас в следующую среду будет, вот как было с беременной женщиной, у нас будет бэби-день, когда принесут этих детей, и мы должны будем... Ну, этих? Да, этих именно, понимаешь? Просто не этих, я уже просто... Ну, уже сегодня от этого, от подготовки к этому бэби-дню, понимаешь, уже и детей, кажется, не очень будешь рада видеть. Она все время говорит, это будет, вот я буду произносить вот это кодовое слово, значит, вам нужно засекать время, за сколько он отреагировал, понимаешь? Вот как будто тебя, знаешь, вот сегодня сказали, так, кто летит в космос? Случайно отбирают тебя, а поели... Полет уже завтра. И вот сейчас в тебя вложат все, чтобы ты выжил, блин, на этом на Марсе, понимаешь?
И она все термины. Итак, 33 термина. Несколько там, короче, этих самых кодовых фраз, которые она будет использовать, ну, чтобы, типа, мы понимали, что вот после этой фразы она что-то будет делать, на что мы должны засечь реакцию, как ребенок отреагирует, типа, через... Вот, допустим, она говорит это слово и ударяет резко по столу. Через какую секунду она будет несколько раз ляпать по этому столу? Через сколько ребенок, типа, адаптируется, что не надо пугаться этого звука? Короче, у меня вот столько информации, мне ее надо к среде как-то, ну... Она не может сказать, значит так, сейчас ляпаем по столу, следим за реакцией. Бум. Мы же типа профессионалы, нам же по-простому нельзя. И плюс, понимаешь, что меня немножко пугает, да, это то, что вот когда о беременной женщине мы своими словами, типа, она сказала, что она там тяжело переносит беременность, потому что у нее преддиабетное состояние, там, а здесь нам уже нужно, понимаешь, как товарищам, которые хорошо разбираются в психологии, во всех этих, блин, вещах, уже не писать, что малыш заплакал, а малыш показал такую реакцию, которая соответствует восьмому там, восьмой станции по такой-то теории, понимаешь, и я просто боюсь, что я растеряюсь, я не знаю, что будет. Ну, значит, напишешь своими словами, зайка, как напишешь, так напишешь, что ты будешь делать. Сидели сегодня тоже там, когда был у нас 10 минут перерыв, разговаривали, а покажи, как ты сделала, типа, еще не сдали мы, когда сегодня был день, когда нужно, последний день, и, ну, дедлайн, это когда нужно сдать интервью с беременной женщиной. А как ты сделала это, а как ты сделала это? И оказалось, что половина класса сделала, вот мы смотрели 6 человек друг у друга, да, мы по-разному сделали, да, и каждый начал тихонько сомневаться, кто сделал правильно, кто он. Как понять, она выдала, как должно, как мы эту работу должны оформить. Эта работа должна будет иметь как нормальная работа. И как это сказать правильно? Ну, covered page это, ну как книжечка. Обложка, там все такое, да. Написано, что можно быть креативным, как ты хочешь. Ну, было бы проще, если бы она принесла и вот сказала, примерно это должно выглядеть вот так, вот так. А я говорю, мы сегодня перед тем, как сдавать. Да. И у всех все по-разному, и никто не понимает, что нужно. Уже как сдала. Очень много нужно будет отслеживать за ребенком таких реакций, типа, без ее предупреждения, допустим, какие у него... И все это в терминологии записать же, да? Типа, какая у него связь с мамой? Очень сильная, не очень сильная? Мама периодически будет выходить, возвращаться. Как он на маму реагирует? Хочет ли он с мамой быть? Как он... Ой, короче... Что я там буду делать? Я пока не знаю. Не, ну, примерно я представляю, что я буду делать. Но как-то пока я это себе представляю очень приятно. Ну, у меня впереди, получается, все выходные. Вот. И что? Но за эти выходные мне нужно сделать еще одну работу для другого класса по Child Development. Ну, та работа, я считаю, достаточно простая, потому что там ты просто читаешь параграф. В этом параграфе находишь наиболее, скажем, интересную информацию для тебя, которую ты хоп и не знала, допустим, да? И пишешь свои мысли по поводу этого. Вот. Ну, как мне это пригодится в будущей работе? Вот зная эту информацию, я буду, допустим, там, когда вот я написала, когда я выбрала, что я не знала, сколько там детей голодает ежедневно, сколько детей не кушает, не получает полноценную еду. Я написала, что для меня это, типа, там я в шоке, бла-бла-бла, и я как... будущий, либо соцработник, либо психолог-консультант, кто-то, кто заботится о ребенке. В первую очередь я буду, типа, смотреть за том, чтобы у ребенка были покрыты базовые, типа, потребности. Я буду узнавать социальное положение семьи, направлять его туда-то. Ну, короче, вот так вот расписать. Ну, я буду продолжать работать над Women's Study и готовиться к этому бэби-дню, блин. Почти как Baby Shower Day. Расскажешь, что это такое? В двух словах.
Baby Shower Day – это американская традиция. Ну, вообще, я так понимаю, что она уже распространена и не только в Америке. Во всяком случае, когда мне выпало об этом писать, на классе по чтению мне достался такой артикл. Короче, мне нужно было его прочитать, подсуммировать его и написать свое мнение, что я думаю, типа, хорошая эта традиция, нехорошая, она уже как бы везде, считай, распространилась. Это когда до рождения малыша устраивается вечеринка, на которой дарят подарки будущему малышу, чествуют маму. Обычно... Ну и папу почествуют, но там написано просто, что мама. Вот. Обычно это делают в этом самом дома. Подарки мама может заказывать, какие ей необходимы. Ну, исходит из того, что она вплоть до того, что может написать список, что мне надо, и те, кого пригласили, она разбирают этот список, да, кто что подарит. Ну, я писала об этом. Вот такой праздник. Делитесь в комментариях, кто знает про этот праздник, кто в нем участвовал, в каких странах. Ну, постсоветского пространства он проводится. А мне кажется, нигде он не проводится. Потому что, смотри, практически... Ну, я уверена, что в России, так же, как и в Беларуси, принято первое... ну, долго скрывать беременность, чтобы не сглазили. Ну, поэтому я не думаю, знаешь, что время, бегают. Время идет, время меняется, и все европеизируется. И возможно, такое что... Такое ощущение, как будто ругнулся. Ну, такое слово. Ну, наверное. Хотя, может... И, возможно, может быть, это уже происходит и в Беларуси, мы же не знаем. Дрова никто не разобрал, что-то не разбирают бесплатные дрова. Вот, поэтому пишите в комментариях, кто слышал про такой праздник, кто в нем участвовал. Мы один раз чуть не поучаствовали, да? Да, мы один раз мы чуть не смогли, у нас дети не смогли. Да. Были у нас другие семейные дела. Вот, но мы видели этот список подарков, его рассылали. Вот. Там вещи, кстати, разные были. Было можно было на любую ценовую, ну, как бы, можно было подороже выбрать, можно было подешевле. Да. Ну, кстати, автор статьи, который писал эту статью про этот Baby Shower, она сказала, ее статья называлась «Baby Shower типа грандиозный праздник, но я не хочу быть частью этого». Она писала в негативном плане Baby Shower. Ей не нравится эта традиция, ей неинтересно дарить подарки несуществующим бэби-шоуру. Но она негативно писала, что ей не нравится. Оставляйте ваше мнение. Мне кажется, тоже, в принципе, бежать впереди паровоза, это... Ну, я как-то, понимаешь, я все-таки лучше все-таки тому, на следующий что... день набежать и завалить. Да, я считаю, что и на мамашу. Следующий день это еще очень рано. Мне кажется, ну, гипотетически. Вот такие, как гости, типа подружки, там, крестные... Я считаю, они уже должны приходить, может, через какой-то даже месяц. У меня вот это даже, ну, я не знаю, в Беларуси то так принято, когда в день выписки там какие-то родственники набиваются в дом. Вот мне прям, ну вот по своим ощущениям, я прям представляю. К нам, кстати, не приходили. Никто не добивался. Никогда, да. Потому что, ну, я не представляю, я приехала такая с роддома, да, с малышом, мне надо самой как-то там в доме разобраться. Тут там, допустим, Антоша с Катариной, ну, вот я по Сашке сужу, да. Мы давно с детками не виделись. И тут такая кобра родственников прибежала, и типа там развлекая их, ребенка этого показывает. Вот пойдет в армию, там и познакомится на провод. В Америке, я считаю, что нужно... В Америке все немножко по-другому, и выписывают очень быстро с роддома, во-первых. Во-вторых, на следующий день с этим ребенком еще красненьким уже идут в школу. В школу, а еще возле дома выставляют старшего... табличку, допустим, да, колясочка да. розового цвета. Табличка такая большая, как мне покой. Да? И на ней написано, допустим, синька или розонькая, это девочка, рост и вес пишут, чтобы все соседи знали. Но я как-то вот все-таки, я скрыла. Ну, давайте обсуждать. Давайте. А вы были на канале Наши Life It's My Life. И всем пока-пока. Увидимся в следующем влоге, студенческом или не студенческом. Подписывайтесь, задавайте вопросы и всем хорошего настроения.